Всем привет! В эфире программа «Плейлист», и, как всегда, с вами меломан со стажем Кирилл Политов. Алтайский шоу-бизнес полон тайн. Мы, по мере своих возможностей, раскрываем их, а также знакомим вас с подробностями пребывания заезжих звезд. Сегодня новая порция. Поехали! В Барнауле запели звери. Нет, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев не разучился своими подопечными нотную грамоту. Просто на Алтай заехал коллектив во главе с Романом Билык. Главный зверь страны в этот вечер оказался не таким уж и зверским. Видимо, годы берут свое, а может быть, плотный гастрольный тур сказывается. Но в итоге на сцене Роман вел себя очень сдержанно и вяло. Шаблонные движения, шаблонные фразы и минимум отдачи своей энергетикой. В минус сыграл и звук, и с динамиков потоком лилась каша. Разве что очертания вокала еще хоть как-то можно было расслышать. Резюме – не лучшее выступление таганрогцев на алтайской земле. А с чем у вас ассоциируется Барнаул? Барнаул? Да, вы знаете, не могу прям сказать, что прям с какой-то там достопримечательностью или событием. Город, город, таких много. И что-то такого прям сказать, простите, я сейчас не могу. Идем дальше. В рядах барнаульской сцены пополнением. За уши поклонников готов побороться свежий проект под названием «Диско-провокация». Вот уже и новый клип готов. Его ребята запустили в YouTube. Подробности далее. На сковородке извиваются мальчик в голубом и девочка на колесах. Это первые кадры видеоработы. После непродолжительной речи дуэт начинает в той же манере передвижение по центральной улице Барнаула. Солист – точная копия корейской выскочки Псая. Движение один в один взято из рекордсмена «Оппа Гангнам Стайл». Видимо, предложить зрителям особо-то и нечего. Словарный запас композиции тоже мимо. Детям до 16 тут делать нечего. Впрочем, серьезно это творение рассматривать не стоит. Взрывать шутками можно по-разному, но это уже явный перегиб. Конечно же, это 100% антилайк. Ты позвонишь мне, я скажу алло. Тридцатого сентября в Театре музыкальной комедии «Алтаю» представит моноспектакль Светлана Крючкова. Народная артистка страны обещает исполнить песни из кинофильмов, рассказать об интересных эпизодах карьеры и, конечно же, провести разговор со зрителями. Должно быть интересно, а на сегодня пока ставим паузу. До новых встреч!